Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это вор золотое издание. Итак, в прошлой серии мы с вами пробрались в казино. Не помню, как оно называется, короче, это казино. Вот, здесь даже не написано оно. Ну, короче, понятно, да? Я пробрался в казино. Оглушил здесь охранников, спер там немного денежек. Вот, теперь нам нужно найти какой-то потайной ход. В принципе, вон я вижу, в стене что-то выделяется. Видимо, это дверь в потайной вход. Так. Можно в рулеточку сыграть, кстати. Что там выпало? Хер пойми, но я ничего не выиграл, короче. Окей, так. Здесь мы оглушили охранников. Лучник нам тут... О, еще денежки. Лучник нам тут поднасрал немного. Так, погоди-ка. Неплохо. Что у нас здесь стоит? Мешочек еще с добром. Окей, нам надо 2000 золотых найти. Так, еще у нас тут... Еще вот что. Исцеляющее зелье. Нахера я его выпил сейчас? Ну ладно. Так, стрелы нам пока не нужны. Нам нужна дубинка. Хотя фиг знает. Там охрана просто стоит. Я туда уже не пойду, наверное. Вот, так, погоди-ка. Взял. Так, а мне нужен какой-то, наверное, не знаю, рычаг, что ли. Или как... Ой. Ну окей, ладно, допустим. Вы написали, короче, в комментах, что миссия довольно-таки запутанная, вот. Поэтому что, мне все обратно не выйти? А нет, вот здесь рычажок есть. Окей. Довольно запутанно, особенно в коллекторах. Они могут запросто поубивать друг друга из этой бочки. Я собираюсь держаться от них подальше. Да, но когда они дерутся между собой, они не доберутся до вас. Она явно заперта на замок где-то в логове лорда Доннелла. Да, но Доннеллу-то от этого какой толк? Ведь лорд Рубин у нас ключник. Так и мне с этого никакого толку. Что бы там они себе не думали, я не собираюсь пахать на них за даром. Я хочу свой кусок пирога. Так. Тихо-тихо. В смысле, а куда он ушел? Он просто заглянул в дверь и ушел, и все? Здесь, сюда он не заходил, что ли? Ладно. Так, один ушел вон туда. Погоди, судя по всему, я в коллекторы, что ли, спустился? Так, маховая стрела. Хорошо. Тихо-тихо-тихо. Идет сюда. Все отлично. В смысле, покажись. Кто-то еще есть? Второй же ушел. Или их там трое было? Так, ладно, окей. Так, вход наверх. Кстати, сюда идет? Да, да. Оп, мешочек, хорошо. Так, идешь ты к своему другу, наверное. Вон сюда. Так, ну минус два охранника уже есть. Уже как-то будет посвободнее. Так, подъем наверх. Вход. Так, здесь что у нас? Здесь у нас не пролезть. Вход сюда. Хорошо. О, записуля. Неплохо.
Так, будешь упрямиться перед Рубином, пойдешь на корм червям. Смотри, Кэви, независимость, опасная штука. Мы платим Рубину, и он решает за нас проблемы, помогает сбывать товар и предоставлять укрытие. Гарантирую, на улицах тебе никто не даст таких классных условий. А теперь тащи-ка свою задницу на северную сторону и плати денежку. Так, кто-то кому-то угрожает, короче. Окей. Так. Ладно, путь либо сюда, либо сюда. Давайте пойдем направо, пофиг. Мы вроде как всегда ходили налево, теперь пойдем направо. Так. Погоди-ка, лучник. Напрягает то, что здесь, смотри, здесь половина светильников электрические. Нифига не потушить и в тень не уйти. Так, с какой стороны пойдешь? Блёха. Похоже, все тихо. Оп. Так, это я заберу. Сюда иди. Ну давай сюда вот. Пускай троица лежит. Отдыхает. Фу, блеха. Так. Как бы тут не заблудиться. Вот в чем вопрос. Там еще лучник ходит. Так, и как он пойдет? Ага, он идет вниз. Он идет вниз, наверное, сюда сейчас пойдет. Только я хз. Думаю, это мне показалось. Да, показалось. А, он по низу вон там проходит. Окей, давай-ка я здесь его дождусь. Так, тут дверь. Он сейчас круг сделает, наверное, выходит через эту дверь и идет вот здесь. Окей. А, через дверь он не проходит, получается. Понятно. Ну, давай ждем. Кажется, я что-то видел. Тихо, ничего ты не видел. Кажется, ничего не было. Именно. Так, главное, чтобы он в воду не нырнул. Ну, то, я думаю, засчитается за убийство. А нам этого не надо. Ну, чё ж тут теряться, пускай все в куче здесь лежат. Так, смотри, здесь можно проплыть. Можно сюда куда-то спуститься. Можно пройти здесь через дверь. Ходов уйма туча. Так, какая-то генераторная штука. Ух ты. Мать ее. Ну давай все повыключаем. Я хз, правда, что это? Давай все повыключаем. Так, а ну этот выключен, да? Или наоборот, это я повключал? Не знаю. А, я двери пооткрывал, получается. Что здесь? Здесь. А, ух ты! Че, Путин туда? Ну смотри, это ведет в левую сторону. Я думаю, что это приведет туда. Если бы мы пошли налево. Давай-ка здесь пошаримся. Так, можно проплыть. Под водой тут что-нибудь есть? А, ну это просто, наверное, нычка всего-навсего. Если бы меня заметили, короче, я бы просто это здесь заныкаться смог. Окей, давай заглянем сюда за дверь. Если здесь ни черта нет, то пойдем уже
еще дверь. Смотри, ковры. Это спальня. Так, ну мне сначала надо, наверное, убрать вот этого чувака. Не трогай. Я тебя трогать не буду, ты просто отдохнешь, полежишь. Чего? Мина? Кто-то заминировал себе кровать, нормально. Так, что у нас здесь? Ой, это что? Статуя? Там ящичек, в принципе, лежит. Так, погоди, а здесь... Ага. Чтобы его никто не заметил спящим. Для достоверности, короче, сделан. Типа он свет выключил и спать прилег. Да? Да. Окей. Коврик. Что у нас здесь? Нет, ничего. Похоже, ничего. А, ну в принципе. Чашка. Тут ничего. Нет. Так, погоди, эта штука сломается? Нет, не ломается. О! Что я заметил? Так, больше там ничего нет. Вроде нет. Окей. Все, в принципе, гладенько, спокойно. Когда вернулся, я обнаружил, что этот драгоценный скипетр исчез. Это что, наши? Ты болван. Если бы мы провернули это дело, и это выплыло бы наружу, то это была бы война. Хорошо, ну кто ж тогда? Возможно, это Гаррет. Только он мог оказаться настолько глупым, чтобы взяться за эту работу. Так, я так про скипетр Баффарда, который мы крали, помните, когда, какой, во второй серии или в какой? Не помню уже. Так, раз. Так, на всякий пожарный 2. И 3. Чтоб чуточку потемнее было. Точно здесь ничего нет? А то может же валяться. Так, окей. Они вроде куда-то ушли. Дверь какая-то лопнула. Слышал, да? Так, что это? Маховая стрела. Угу. Так, пожрать. Статуя у нас тут. Статуя кривовата. Так. А могу я разбить? Делаешь. Тихо, 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 тихо. Только пошумел. Только не думай, что я уже забыл о тебе. Конечно, ты забыл. Бляха, а тут другой свет. Это, конечно, дичь. Иду сюда. Я просто думал, я эту деревяшку смогу разбить и войти в дверь. Так, я здесь. Ну-ка. Ну-ка. Эх, ладно, сейчас как-нибудь тебе по-другому. Отлично. Эффект неожиданности, короче. Иди к нему в кроватку. Так, ну здесь мы, в принципе, все, да, осмотрели. Так, идем сюда. Погоди-ка, идем сюда. Ой, какая жесть. Тихо. А что за той дверью? О.
какой-то склад. Картины. Не берется, да? Вот подсвечник золотой. Так, сверху ничего нет. Надо проверять все. Ух ты ж, боже. Опять голова какого-то неизвестного монстра. Так, чисто. Чисто. Тут ничего нет. Так, сверху все чисто. Череп вообще какой-то. Ну, допустим, здесь больше ничего нет. Да? Сейчас еще раз гляну, так пробегусь. Тоже какие-нибудь маленькие финтифлюшки могут же лежать, да? Окей, ладно, здесь больше нет ничего. Куда приведет эта дверь? Ух ты ж. Вообще куда-то вниз. Леха. А, это открытая дверь. Допустим. Так, запомнили, там мы еще не ходили в одну сторону. Давай-ка, раз мы пошли сюда, давай здесь и будем рассматривать. Так. Бляха, реально, коллектор это жесть. Лорд Рэндалл должен был бы пахнуть получше. Пахнуть? Да, Гаррет, я тебе не завидую. Тут, наверное, смрад жесткий стоит. Нет никто. Так, охрана. Ой, еще наверх смотри. Ну там заколочено. Здесь заколочено. Это я точно не... Ехал. Кто там? 100 грамм. Заходи. В смысле схватить? Откуда знаешь, что здесь кто-то есть? Может, кто-то из охранников случайно ударил? Так. Сюда, у него меч. Дубинка. Сейчас я разберусь с тобой. Бляха. Дубинка вообще-то, а не меч. Дура. Ты узнаешь, что такое настоящая боль. Так, валим, валим обратно. Здесь хоть сирен нету. И это радует. И нечего прятаться. Мы потеряли его. Да твою мать. Уйди, потерял. Понимаем тебя, парень. Потерял меня, уйди. Тебе не удастся вечно скрываться. Ты не думаешь, что у нас... Леха, бляха, застрял! Твою мать! Нам добрался чужак. Так. Да что я застреваю-то здесь? Гаррет, мать твою. Бляха, урод, а? В дырку обратно. Мы с радостью поймаем тебя, парень.
Иди давай. Нет меня. Ушел я через канализацию. Все. Не надо там махать. Это он меня видит, нет? Что за пляски? Что за пляски? Тебе не... Ай, ублюдок, а? Так, погоди. Отходов... Жесть, я отсюда пришел, да? Или откуда я вообще пришел? Погоди-ка. Так, вот отсюда я пришел. Здесь что? Леха ходов. Еще какая-то лестница. Кто там? Помогите! Здесь кто-то есть. Разоралась. Прислуга. Так, погоди, прислуга. Значит, где-то здесь недалеко есть чей-то особняк. Скорее всего, особняк Рэнда... А, Рубина. Так. Ну, смыслом, как бы, мне это не дало, короче, потому что здесь еще все равно светят электрические. Так где ты там? Стоит у двери. Так и будешь стоять? Ты ж ходил. Для чего надо выманить? Делаю вот так. Здесь что-то не так. Блёха! Я все равно найду тебя. Ладно, делаю вот так. За ним. Эй! Где второй? Надо в кучку, в кучку. В кучку собираемся. Красавцы. Раз. Два. Вот сейчас идеально. Идеальное преступление. Эк. Так. Надо запомнить, где мы, короче, не были, куда мы не ходили, потому что... Ёпте мать, сколько ходов-то. Хрень, куда-то вниз еще. Да, вверх. О-о-о. В огонь только не падай. Иди отдыхай. Отдыхай, говорю. Да. Отдохни. Окей. Так, что у нас здесь имеется? Оп, ключ. Ключ от дома. А это Рубин? Это был Рубин, что ли? Или что? Кто это? Так. Пусто, что ли? Том, ты мой самый важный человек. Я доверил тебе набрать для меня личный персонал, и ты поручился за всех и каждого. Я также доверил тебе единственный ключ от моего поместья из-за твоей безграничной преданности. Но не думай, что моя вера тебе так велика, что я сниму с тебя ответственность. Считай это дружеским напоминанием. А если люди Донала
проберутся ко мне в дом и добудут ключ от его главного сейфа. Так, если люди Донала проберутся ко мне в дом и добудут ключ от его главного сейфа, отвечать будешь ты. А ты знаешь, что я умею взыскивать долги, Рубин. Так, это Том. Это не Рубин. У Рубина находится некий ключ от сейфа Донала. То бишь, мне нужно, получается, украсть ключ от сейфа у Рубина, а потом идти к Доналу. Так, погоди, откуда я пришел? Ты что за дверь? Это только что я там был, да? Окей, допустим. Так, тут есть вниз, есть еще туда. Ну-ка, что внизу? Внизу это нижний этаж получается, наверное, да? А, нет, погодите-ка. Хлоп. Опять коллектора. А, ну понятно. Это я кругаль сделал. Там еще вниз можно куда-то спуститься. Погоди. Ладно, спускаться я не буду пока. Еще успеем, я думаю. Так, ладно. Идем сюда. Судя по всему. Ага. Кажется, так, надо ничего не было. Что? И тушить ему свет. Так. Окей. Теперь надо как-то. Отлично. Теперь ждем он того с мечом. Я надеюсь, что он здесь пойдет. Потому что по-любому же кто-то должен патрулировать. Да, отлично. Надеюсь, он не повернет туда вниз. Так, у меня. Отлично. Отдыхай здесь. Теперь нужно того. Кто там, лучник, да, стоит? Того, короче. Я пойду вот так. Надеюсь, он меня не заметит. Оп. Тихо. Отлично. Отдыхай. Отдыхай. Так, смотри, спуск вниз. А это что? А это вот, наверное, собственно, внизу, да? Сейчас там, да. Ну, в принципе, здесь ничего такого. В воде-то ничего не лежит. Ничего нет. Как бы смысла не было туда спускаться. Это типа то же самое, чтобы спрятаться, наверное, если засекут. Ну, допустим. Да, цепись-то от лестницы. Окей, с этой стороны чего, ничего нет. Там еще записуля какая-то. Че по записке? Дом Рубина. Вход воспрещен. Уплачивайте дань в жилище Тома в районе технических помещений на северной стороне. Окей. Так, видос у меня подошел к концу. Друзья, в дом к Рубину пойдем уже в следующей серии. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.